Доброго времени суток всем, добрые зрители Доброго канала. С вами волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья. Не устаю вас искренне благодарить и говорить, что любим вас, ценим. Всегда с вами, ваша Наталья. Спасибо большое всем. Хочу быстренько вам сказать, что у Максима прошла успешная операция. Следующий выпуск ждите о операции Максима. Сегодня у нас выпуск о нашей собачке Белочке. Кто, если помнит предыдущий ролик, да, я рассказывала историю Белки. Очень печальная, но тем не менее помощь оказывается Белочке. Белочка находится на стационаре. Она пережила уже 2 химиотерапии. Вы увидите сами, Белочка наша похорошела. И внешне, и кушает хорошо. Но у нашей Белки затяжная страшная венсаркома. Запущенная, не затяжная, точнее запущенная. Потому что, ну, все знаете, что Белка дикая собака, да? Поэтому было все очень сложно с ее поимкой. Но все, как говорится, Господь. Белочке назначили 8 химиотерапий. Уже прошли 2. И одна химиотерапия раз в 10 дней. То есть, сами понимаете, что на стационаре ребенка находиться очень-очень долго. Курс одной химиотерапии нам обходится в 336 рублей. Не считая стационара и всего. То есть, 8 химиотерапий, это в среднем нам придется лежать 2,5 месяца. Плюс, а уже после химиотерапии, насколько уберется ее вот это новообразование, остальное остаточное, скорее всего, будут подчищать и убирать. Моя такая большая дружная семья. Я, как всегда, ну, обращаюсь к вам. Я понимаю, конец месяца, нагрузка большая. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, что откликаетесь на каждую мою просьбу. Не устаю об этом говорить. Вот, спасибо, что комментируете. Прошу вас всегда писать как можно больше комментариев, потому что, оказывается, если в течение первых 2 часов мы напишем 500 комментариев, то наш ролик могут продвинуть в топ лучших роликов. А это опять будут какие-никакие денежки с YouTube-канала. И вся эта помощь, соответственно, будет идти на приют, на хвостиков. Пишем комментарии, не забываем, ставим лайки. Увеличиваем число просмотров, делимся роликом в соцсетях. Хочу обратиться ко всем вам. Кто со мной недавно, кто недавно меня находил по WhatsApp, прошу вас обратить внимание на то, что у меня потерян телефон. У меня потерялся телефон, сегодня так получилось, во время жары я ездила в Калугу, отвозила Клёпу, ну, в общем, я осталась без телефона, без контактов, без вашего общения. Я прошу вас всех найти меня заново в WhatsApp, написать мне, сказать, что это вы. Прошу Лену с Германии, кто набирать у меня Максима и всех-всех-всех своих подписчиков из-за рубежа. Девочки, пожалуйста, найдите еще раз меня в WhatsApp, и симку я завтра восстановлю обязательно. Номер у меня останется прежний, ну вот, симку восстановлю, просто найдите меня, пожалуйста, потому что контакты, к сожалению, я восстановить не смогу. И еще хочу обратиться к своим подписчикам по поводу переводов в Western Union. Да, к сожалению, меня заблокировали. Россия, как всегда, в очередной раз, да, выглядит для всех стран ЕС коррупционной страной, поэтому страдаем мы, люди и собаки. К сожалению. Поэтому, кто захочет перевести Western Union, указано по ссылке ниже, переводить на Виталину Горбунову, это мою девочку-помощника. Моя такая большая дружная семья. Я обращаюсь к каждому из вас. Давайте поможем Белочке в дальнейшем нормально жить и существовать. Ведь мы с вами спасли уже не одну лохматую пушистую жизнь. И мы спасаем, но и в то же время мы устраиваем собак. Мы не просто их спасаем, только благодаря вам, вашей помощи, наши собаки живут, выживают и находят себе семьи.
Я очень надеюсь на вас каждого. Каждые ваши 50 рублей помогут и дают шанс белке выжить в этом злом, жестоком мире. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья.